Банде Гуру Падо Дандам Бхакта Бинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Си Нанда 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 Банде Радхика Чарно Дайам Гопияно Самайуктам Бинда Банам Мануха Ванча Калпатару Васаки Пасинда Бхавача Патитанам Павуни Бхавишнави Бьо Наму Нама Мукам Каруати Вача Лам Пангум Лам Хайтагирам Ятки Патамаханга Ванди Парамананда Мадамам Бриндави Тулсиде Бхайпияви Кесавасача Кришна Бхакти Ваде Деви Сатта Ватвай Наму Нама Нараяна Намаскритта Наран Чайва Нараттама Девинг Сварасватинг Весам Тату Жайо Мудире Шанкиртане Кришна Катупадеш Гаурия Патрасья Пракасанеча Садану Рапта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамадакша Джагодвараня Дхайям Сада Парибхавагнам Авиштадухам Титасвадам Сива Виринчанутам Сарана Битатихам Панатопал Бхавадипутам Банде Махапурушати Чаруна Равиндам Ятпада Паллавана Кашандамани Чатай Висфуриджита Кимапигопападушва Дарши Пурана Нурагара Сасагара Сарамурти Сарадхиками Кадакивам Краши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ajanulambita bhujo kanaka bodhato Сангхиртаной кавитару камала ятакшо Вишам бару дижа бару жугадхарма палу Банде ягат прия кару каруна бхатару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам Раму Раму Хари Хари Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дипа Рупам Бхуктинча Муктинча Дада Синитам Бхавану Рупенна Сада Наранам Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара вибуши топам бхагам Нараяно мананга вата пухарам Варанаси пурапати бхажавишанатам Ваги саджасья бадане Лакшмир ясача бхакшаси Jasyasthi hide sambhir Tvam nishinga maham bhaji Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Дхармо
рачито койтово атто парама нирамасаранам сатам бедьям бастабаматра васту шивадам табатрая унмиранам симада бхагавати махамуни крити кингва паририсвараха саддо хридия варудвати крити висусуви статканат дхармо праджито койтово атто парама нирамасаранам сатам бедьям бастабаматра васту шивадам табатрая унмиранам Симада Бхагавати Махамуни Крити Кингва Паририсвараха Саддо Хридия Варуддати Атро Кити Вихи Сусубхи Статханат Гаурия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Джагадгуру сказал, до тех пор, пока стопроцентная шаранагати не проявится, невозможно смело говорить, со всей смелостью говорить. Годи Гурсти Патишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Джагадгуру сказал, пока нет стопроцентного предания шаранагати лотосным стопам Бхагавана, человек не может говорить смело об абсолютной истине. Источник, из которого мы слушаем абсолютную харикатху, зовется Гурупада Падма. Абсолютный источник, откуда мы постоянно слышим трансцендентную харикатху, а также испытываем, претерпеваем реакции внутри нашего сердца. Источник этих слов — Гурупада Падма. И мы не должны испытывать каких-то сомнений по отношению к Гурупада Падма. И те, кто не приняли, те, у кого нет садгуру, и те, кто не предались на 100% садгуру, не могут понять сокровенную сиддханту вичар. Для них это невозможно. В шастрах сказано: если в своей жизни я не найду Парамахамса Садгуру, и в то же самое время, если я не на 100% предался моему Парамахамса Гуру, в этом случае рассказывать харикатху невозможно. Мы не можем говорить харикатху. Мы, обычные люди, не понимаем, не знаем основной сиддханты. Поэтому в нашей жизни возникают подобные проблемы. Если я не обрету садгуру в своей жизни, в таком случае я буду слушать харикатху, интерпретируя две разные интерпретации ей. Но логические интерпретации не имеют места быть. Если я завишу от Бхактисиддханты Сарасвати Такура Прабхупады, если я завишу от Бхакти Прагьян Кешава Госвами Махараджа, Шрила Бхакти Прамодпури Госвами Махараджа, в таком случае не будет никакой возможности неправильной сиддханти, апа-сиддханти. Никакая неправильная сиддханта не сойдет с уст чистого преданного. Попытайтесь понять этот основополагающий момент. Мы не можем ожидать, что из уст садгуру сойдет какая-то ложная сиддханта. За всю свою жизнь садгуру никогда не говорит никакой ложной сиддханты. Лучше он замолчит, но не будет говорить неправильные сиддханты, потому что харикатха связана с трансцендентным миром. Она нисходит из трансцендентного мира. Харикатха за пределами времени, места и материи, пространства. Она ничем не мотивирована. Обязанностями ачарьи,
который рассказывает Харикатху, является регулирование преданного общества преданных. То есть Харикатха не может быть мотивирована какими-то личными выгодами. Мы все очень хорошо знаем, что источник, из которого мы слушаем Харикатху, должен быть свободен от беспокойств, потому что в нем нет желания обрести что бы то ни было, снискать какие-то материальные выгоды, такие как пратиштха, лаба, пуджа и так далее. Источник, из которого мы слушаем Харикатху, если мы не на 100% верим в него, в таком случае наше слушание Харикатхи несовершенно. Какое бы Харикатху я ни рассказывал год за годом, прежде, возможно, вы не имели возможности слышать, но я рассказываю Харикатху день за днем, год за годом. Тысячи классов лекций по Харикатхе на различных языках, и никто до по сей день не смог, никакой Сиддханта Виротхи не мог обнаружить. Это не мои заслуги, потому что я говорю под руководством Бхактистанта Сайтакур Прабхупада. И Прабхупад говорит, он провозглашает, что те, кто являются подлинными гаудия-преданными, никогда не требуют никаких похвал в свой адрес, потому что все заслуги принадлежат садгуру, от которого мы слушаем Харикатху. Прабхупад провозгласил, Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур сказал, что подлинный гаудия преданный никогда не желает никаких особых похвал в свой адрес. Если даже он обладает какими-то выдающимися качествами, если он является преданным гаудием, он никогда не говорит. То есть он никогда не требует похвалы и признания в свой адрес, потому что он знает, что Харикатха исходит из особого источника. Если я собираю деньги для Гаудия Матха, это делается Прабхупадой и Гуру Варгой, потому что Прабхупад говорит, что Гауди понимает, что Харикатха, Киртан и любые другие особенности, заслуги, таланты они, то есть преданные никогда не требуют заслуг в свой адрес, потому что они понимают, что является причиной их успеха. То есть все исходит из изначального источника. Я уже говорила много раз, я прошу, я обращаюсь ко всем преданным, к лотосным стопам всех преданных. Те, кто меня оставили, я не переживаю за это. Я обращаюсь. То есть то, что я говорю, это ничем не мотивировано. Моя Харикатха ничем не мотивирована. Харикатха может быть применима к кому угодно. Те, кто обладают какими-то слабостями, они думают, о, сейчас про меня говорится. Но это совершенно не так. Следующие поколения придут, это будет применимо к ним. Прошлые поколения, настоящее поколение. То есть это применимо ко всем, и Харикатха за пределами время, место, обстоятельств, материи. И как я уже сказал много раз, если я предался лотосным стопам Гурупада Падме, Гаудия Матху, только тогда я могу ожидать, что у меня будет какая-то сила. До того момента, то есть пока я выражаю предание Гуру Варге без всяких сомнений, come to me, I can
Вы можете подойти ко мне, я покажу все документально, что говорит Прабхупад, все нумерации всех статей. Я все это вам предоставлю. Мне очень жаль, что я не могу перевести все статьи Прабхупады. Я думаю, что если бы все статьи Прабхупады были переведены, тогда, то есть если бы каждый преданный прочел бы их, тогда его никто бы не смог обмануть, ни одного из преданных не смогли бы обмануть, потому что то есть не было бы никаких заблуждений, что якобы Гурудев может совершить ошибку. Такого не может быть. Откуда такая харикатха происходит? То есть откуда она берет свое начало, что Гурудев может совершить ошибку? Прежде всего, я обращаюсь ко всем вам и прошу ваших лотосных стоп. Я каждого из вас прошу. Вы должны прийти на нейтральную платформу. Вы должны знать, что я не принадлежу никакой организации, у меня нет никакого матха, я не езжу в западные страны, у меня нет никакого банковского счета. Откуда зависть по отношению ко мне берется? Или у меня нет никакой зависти. То есть харикатха — это сваруп шакти врити. Никто не может производить харикатху. Никто не может просто давать лекции. То есть это будет далеко от харикатхи. Бхактивинода Такур говорит, только лишь вайкунтха паршады могут рассказывать харикатху. На Бенгали Бхактивинода Такур сказал это. Пока я нахожусь в связи с моим Гурудевом и Гуру Варгой, определенно, если кто-то какие-то вещи совершает экстраординарные, то есть по поводу... Имеется в виду, если кто-то делает совершает какие-то успехи в проповеди, нужно понимать, что это было сделано с помощью Прабхупады и Гуру Варги. Тот, кто думает, если кто-то думает, что все, что я делаю в служении, это делаю я, все это бесполезно. Это говорит о том, что такой человек не является нирмацарой. Бхагавата Дхарма. Нирмацара не имеет никакой зависти. Я за всю свою жизнь ни разу не видел никакой зависти у присели моей Гуру Варги, у Шрилы Бхакти Харшидар, Госвами Махараджи и так далее. То есть, если есть зависть, если есть аппаратха, харикатха немедленно останавливается. Если у вас есть садгуру, тогда и только тогда, по его милости, если вы на 100% предались, вы сможете понять мою харикатху. Я нахожусь на висасане сейчас, поэтому я не могу врать. Многие-многие преданные, особенно из Индии, очень старшие преданные, сказали мне, что те, кто слушает харикатху из правильного источника долгое время, только они могут осознать, понять вашу харикатху. Как новые люди могут понять то, о чем вы говорите? Многие-многие мне говорили это, из Чандигарха и так далее. То есть вашу харикатху смогут понять только те, кто долгое время уже слушает харикатху, те, кто привыкли, те, кто в совершенстве предались. Только они могут осознать вашу харикатху, в противном случае нет. Я могу привести один за другим примеры. Прабхупад говорит, шастра равняется Бхагавану. Мой гуру Пад Падма рассказывал харикатху. То есть невозможно слушать харикатху,
из материального источника. Прабхупад объясняет, что шастра равнозначно Бхагавану, Шабда Брахман. Это звуковое воплощение Бхагавана. Таким образом, она может проявиться лишь на устах подлинного преданного, того, кто находится в линии, того, кто является посланником Вайкунтхи. И из-за зависти никто не может рассказывать Харикатху. Гауранга Дев, Шри Кришна Чайтанья, тот, кто является самим Кришной, сказал, то есть в Чайтанья-чаритамрите мы видим. В форме шастр, гуру или даже в форме самого Кришны. Кришна говорит тем, кто хочет стать преданными или уже стали преданными, что в форме шастры или в форме гуру, или в форме самого Кришны, в форме Махапрабху или Нитьянанды Прабху, Кришна может проявиться внутри сердца. Если Гуру Дев Садгуру, если вы не встретились с ним, если вы неудачливы, если вы не обрели такую удачу, встречу с гуру, в таком случае лишь оценка, интерпретации могут... То есть вы не познаете, что есть подлинная Харикатха. То есть необходима нейтральная платформа. Постоянно вы должны понимать, что в любой момент я могу оставить этот материальный мир. В любой момент. В таком случае, кому я могу испытывать жестокость. То есть зачем мне с кем-то соперничать, соревноваться? Признак чистого преданного заключается в том, что он не хочет ни с кем сражаться, спорить и так далее. В Бхагаватам Бхагаван Шри Кришна дает наставление Удаву Махараджу. Если ты преданный, Удав, я уверен, что ты преданный. Я уверен. Кришна Бхагаван говорит, если кто-то будет критиковать тебя, ты должен терпеть. Ты должен терпеть. Не пытайся оскорблять в ответ. Попытайтесь оскорбить меня, я не увидите реакцию. То есть, если вы будете оскорблять моего гуру Пада Падмы, я покусаю вас. Вы можете проверить. Если вы сомневаетесь во мне, я готов, что вы проверите меня. Я могу привести 1-2 примера. Если вы вынудите меня поверить в то, что если вы будете говорить, что представители нашей гуру Варги падшие, что они... В таком случае я буду... я вас укушу. То есть я буду сражаться за честь моей гуру Варги. Чайтанья... Махапрабху дает пример. Когда перед ним оскорбляли Шридхар Госвами Пада, Махапрабху, Шри Чайтанья, Махапрабху был очень разгневан. Он сказал: ты такое высокомерие проявляешь, что не почитаешь, не отдаешь должного почтения. Те, кто не слушает Шридхар Госвами Пада, те являются проститутками. Махапрабху был очень разгневан. Но почему же? То есть ты не слушаешься, ты не почитаешь. Не почитаешь Шридхар Госвами Пада. Все представители Гуру Варги обладают особенностями. Каждый из представителей Гуру Варги.
время от времени наступают авирбхакти, рабхакти-титхи, и обязанностями гуру вайшнавами является, то есть нашими обязанностями является прославлять представителя гуру варги. Те, кто независтливы, они могут прославлять, они прославляют. Также наставлениями Шрилы Прабхупады является, что гневаться, когда кто-то оскорбляет вайшнава, это и есть бхакти. То есть гневаться на тех, кто оскорбляет вайшнавов, это и есть бхакти. Если вы не гневаетесь, вы в этом случае вы потеряете бхакти, вы лишитесь. Но вы, похоже, не знаете такой сиддханты. Бхакти Прабхупада Госвами Махарадж никогда не злился, никогда не гневался. Но когда кто-то оскорбил Шрилу Бхакти Даита Мадхава Госвами Махараджа, он был подобен льву. Я могу привести так много примеров этому. Когда Валлабха Бхатта отправился во Вриндаван на берег Ямуны, находясь у Баджана Кутира Рупа Госвами Пада, в то время Рупа Госвами Пад писал книгу Бхакти Расамрита Синду. Джива Госвами Пад был он служил своему Гурудеву, омахивая его. А Гурудев Рупа Госвами Пад писал. В это время пришла эта личность, он сказал, что ты пишешь? Джива Госвами Пад сказал, Рупа Госвами Пад сказал, я пишу Бхакти Расамрита Синду. А тот сказал, Валлабха Бхатта, он сказал, я подредактирую за тобой, когда ты закончишь. И Джива Госвами Пад очень разгневался. Он сказал Рупе Госвами, Гурудев, я отправляюсь на берег Ямуны принести воды. И он в это время пошел за Валлабха Бхатта и сказал, какие еще ошибки ты можешь, какие ошибки ты нашел в описаниях моего Гурупада Падмы, которые ты собрался исправлять. То есть они начали спорить, и Валлабха Бхатта был поражен, видя выдающиеся качества Дживы Госвами Пада, что он был великим преданным, каким великим почтением он обладал по отношению к своему Гурудеву. И с этого момента Валлабха Бхатта был очень осторожен в отношении гуру и вайшнавов. То есть был очень осторожен, когда он кому-то что-то говорил. И гуру и вайшнавы всегда очень осторожны по отношению к тому, что они говорят, по отношению к тому, что они чувствуют и так далее. Никто за всю жизнь не видел, как Шрила Бхакти Даита Мадхава Госвами Махарадж был разгневан, или Пури Госвами Махарадж был разгневан. Итак, давать ответы кому бы то ни было. То есть имеется в виду отвечать тем, кто оскорбляет гуру и вайшнавов, опровергать их оскорбления. Это и есть бхакти. Мы не можем оскорблять. Кришна Бхагаван говорит. Мне очень нравятся косвенные слова, то есть не прямые. И Риши Муни также им нравится косвенная речь. То есть косвенные слова. То есть Кришна Бхагаван всегда хочет видеть косвенные речи. Если когда Шанкар Бхагаван был
разгневан Дакша. Дакши, какова реакция была Бхагавати Деви? Что сказала Бхагавати Деви? Итак, не напрямую мы можем говорить, в Харикатхе мы можем давать указания, чтобы остановить какие-то неправильные процессы, неправильные вещи, какие-то, указывая на ошибки кого бы то ни было. То есть не напрямую в Харикатхе. И в этом не будет никакого оскорбления. Нет никакого осквернения, ни кармы, ни гьяна. Нет зависти в тех, кто является Бхагавата-бхактами, преданными, преданными Гаудия Матха. У них не должно быть никакой зависти по отношению к никому. Они не должны никого критиковать. Полностью. Они не просто лишены зависти, они полностью чисты. Те, кто рассказывают лекции о Бхагавата-дхарме, не обладая чистотой, они не имеют на это никакого права, потому что Бхагавата-дхарма настолько чиста, она равняется Бхагавану. Как только вы услышите Бхагавата-харикатху из подлинного источника, Бхагаван проявится в вашем сердце. Немедленно. Бхагаван придет и сядет в вашем сердце, установится. Обоснуется в вашем сердце. Бхагавати Деви говорит Дакша Браджапати, прежде чем оставить тело Сати Деви. Если какие-то ошибки присущи кому-то, Парамахамса, Гуру Вайшнавы, тем не менее, отыскивают хорошие качества в таких личностях. Они думают, нет никаких проблем, они находят в них хорошие качества в таких людях. Допустим, кто-то говорит, Кешава Госвами Махарадж очень, очень злой, но Парамахамса Вайшнав видит в этом, что он не гневный, он не злой, он просто настолько милостивый, что он немедленно хочет решать проблемы, то есть имеется в виду исправить. Итак, чистые гуры Вайшнавы всегда пытаются отыскать хорошие качества в других, не плохие качества, они не выискивают недостатков. Те, кто является шикша или дикша гуру, порой они ругают своих шишей, своих учеников. Но вы не видите хороших качеств других, а выискиваете недостатки. You can do bhajan this way, patience, you know, you are converting,
То есть Дакша Браджапати не обладал никакими хорошими качествами, но гуру Вайшнавы, тем не менее, отыскивают, видят в нем хорошие качества. Такова природа гуру и Вайшнавы. Они говорят: «О, ты замечательный, ты можешь совершать харибаджан». Так они говорят. Таттвавит саду не может совершить никакой ошибки в харикатхе. Тот, кто находится в линии Бхакти Сиддханта Сарасвати, Бхактивинода Тхакура и Гаудия Парампары, для них невозможно совершить какую бы то ни было ошибку. Наша проблема в том, что мы не можем сгармонизировать себя с гуру и вайшнавами, поэтому мы выискиваем в них ошибки. Мы не можем прийти в гармонию с гуру и вайшнавами, и только поэтому мы видим в них ошибки и недостатки. Я уже сказал о том, что говорит Прабхупад, что шастра равна Бхагавану, а в форме шастр и гуру проявляется Бхагаван. То есть Бхагаван проявляет себя перед нами через гуру и вайшнавов. То есть гуру и вайшнавы могут не являться вашим органом чувств. Они сами выбирают это. Прабхупад говорит, проповедь означает, что вы должны прославлять Гуру Варгу и Бхагавана. Проповедь означает, что вы постоянно должны прославлять Бхагавана и Гуру Варгу. Если я уклонюсь от линии Гурупада Падмы, это не будет являться проповедью, то, что я буду говорить. Прабхупад говорит, если мы хотим понять шастру при помощи материального ума, в этом случае мы потерпим поражение. Шастра Сиддханта проявится перед предавшимся преданным Шаранагата. Это говорит Прабхупад, не я. Шастра может проявиться перед предавшимся преданным, перед Шаранагата Бхактой, перед тем, кто на 100% верит в Гуру Дева и в Гуру Варгу. Бхакти, то есть если мы верим в Гуру Дева на 100%, проявляется перед ним проявится внутреннее значение, перед таким преданным проявится внутреннее значение шастр, сокрытое значение шастр. А тот же, кто очень горд, думает, что он ученый, пандит, перед ним не проявится подлинное значение шастр. Телом, умом и речью, если мы предадимся гуру и вайшнавам, гуру парампаре, тогда и только тогда шастры проявятся в моем сердце. Глубинное значение шастр проявится, в противном случае это невозможно. Как сгармонизировать себя с гуру вайшнавом и Бхагаваном?
мы теряем. Мы не можем терпеть славу Гуру и Вайшнавов, поэтому мы гневаемся. То есть мы завидуем. Прабхупада объясняет, Гаудия Мат должен служить Чайтанья Матху. Все Гаудия Матхи должны служить Чайтанья Матху. Говорит Прабхупад. Гаудия Мат, Чайтанья Матх происходит из трансцендентного мира. Гаудия Мат, Чайтанья Мат происходит из трансцендентного мира по приглашению Прабхупады. По приглашению Прабхупады Гаудия Мат, Чайтанья Мат не зашли в этот материальный мир из трансцендентного мира. Место, где... То есть, это говорит Рупа Госвами Пад. Место, где великие преданные служат, поклоняются Радхе и Кришне с глубоким вкусом, украшает их. Прабхупад говорит, что место, где Рада и Кришна принимают служение от своего великого преданного, где он с величайшим вкусом поклоняется им. Это место можно... Это место равняется, равно. Где все саки и манджари находятся вместе, служа Раде и Кришне в йога-питхе, на йога-питхе. Мандире. Утром Бхактивинода Такур пишет в утреннем киртане. Рада Говинда, окруженные гопи Манджари. Гаудия Мат приравнивается к йога-питху во Вриндаване. Я слышал, что Гуру Варга объясняет, что это именно так. Гуру Варга не спорит друг с другом. Кто сказал, что они спорят? Те, кто делают это, они находятся в обществе, но не в Гаудия Матхе. То есть в Гаудия Матхе нет никаких споров и никаких сражений. Те, кто совершили апарадхи по отношению к лотосным стопам Прабхупады, они могут спорить, но в самом Гаудия Матхе нет ничего подобного. Группа Радхарани соперничает с группой Чандравали. Ради чего? Ради служения Кришне. И это соперничество совершенно. Это очень хорошо. Нет никакого соперничества в Гаудия Матхе. Никаких сражений, никаких споров. Кто сказал, что они есть? Я всегда кричу о том, что я нахожусь в Чайтанья Матхе, и в моем сердце нет никаких споров. Поэтому нет никаких проблем в моей жизни. Прабхупад говорит, пока я не предался Гаудия Матху, никто не может назвать меня Гаудией. Прабхупад написал статью. Те, кто могут жить, кто может жить вечно в Гаудия Матхе. Там он пишет.
те, кто не преданы Гаудия Мадху и Читания Мадху, не являются гаудиями. Их нельзя назвать гаудиями. Они не гаудия преданные. Если есть какие-то отдельные суждения, показанные, то есть, если кто-то обладает какими-то отдельными суждениями, он не может называться гаудией. Каковы обязанности гаудиев? Воспевать славу гуру Гауранги, гуруварги 24 часа в сутки. То есть, гаудия преданный должен быть готов пожертвовать своей жизнью на огне Санкиртана Яги в любой момент. То есть прежде, чем начать Брихат Бхагаватамриту, я вынужден говорить об этом, потому что иначе у вас может возникнуть недопонимание. Мы должны сгармонизировать себя с Бхагаваном. Прабхупад говорит об этом постоянно. Со всеми, с тем, что то есть мужчины и женщины, окружающие нас, мы должны видеть Кришна контролирует бесконечную Вселенную. Он абсолютная истина, вселенская истина. А я крошечная душа. Я очень крошечная душа. Как я могу сгармонизировать себя с Кришной? Кришна всеведущ, вездесущ. Он вселенская истина. Он Верховный Господь. В бесконечных брахмандах повсюду Кришна. Итак, как же возможно для меня, для крошечного существа, сгармонизировать себя с Ним? Если же я не сгармонизирую себя с Гуру Вайшнавами и с великими Гуру Вайшнавами, если я буду лишь выискивать в них ошибки, в таком случае это невозможно. Если я с Гуру Вайшнавами не могу себя сгармонизировать, как я могу сделать это по отношению к Бхагавану? Вся сила покинет нас. Гуру Варга, Бхагаван, они заберут нашу силу, если они увидят, что у меня возрастает ложное эго. Итак, как я могу сгармонизировать себя с Кришной, чтобы обрести любовные взаимоотношения с Ним, прему к Нему? Прабхупад объясняет, мы должны знать, что наше прибежище — это Кришна. All jivas, everybody. Now how we can get adjustment with him? Сейчас мы можем прийти в гармонию с ним. You know how adjustment can be done? This is the main problem. Привести себя в гармонию. If you cannot understand Krishna Tattva, в этом главная проблема. Если вы не понимаете Кришна Таттва, Вайшнава Таттва, Гуру Таттва, если вы отклоняетесь от их пути, как при этом вы можете говорить, что вы достигли успеха? Мы не должны спорить с шастрами, потому что споры не рождают никакого решения.
необходимо знать подлинную шастра Сиддханту. Любые вымышленные идеи, любые подобные настроения выбросят вас с пути баджана. Прабхупад говорит, Бог Солнца в 14 раз больше, чем... То есть Солнце больше в 14 раз, чем Земля. Чем планета Земля. Различные реакции происходят внутри Солнца. И постоянно... Солнце сияет. А температура внутри Солнца настолько высока, что я лично не могу ее подсчитать. Необходимо обратиться к астрономам, ученым. Если вы захотите достигнуть Солнца, прилететь на Солнце, вы сожгете себя, обожгетесь. То есть солнечный свет, исходящий от Солнца, сколько необходимо солнечных лет, чтобы добраться до Солнца. То есть необходимо все это понимать. Солнце — сияющий диск, сияющий шар. И если вы попытаетесь прилететь на Солнце, вы сожгете себя тем самым. Если же Солнце покинет свое место, нашу Вселенную, мы умрем. Потому что будет слишком холодно, мы не сможем также ничего видеть, потому что будет темнота повсюду. То есть мы умрем от холода. Но насколько далеко находится Солнце от нас? 14 лак и в 14 сотен тысяч раз Солнце больше, чем Земля. То есть имеется в виду, что Солнце невероятно далеко от Земли. Но утром мы видим, как оно восходит, мы чувствуем тепло, исходящее от него, мы получаем свет. Мы хорошо себя чувствуем, когда Солнце светит. Итак, то место, куда Бхагаван помещает Солнце, куда Анантадев помещает Солнце, имеется в виду, где светит Солнце, мы чувствуем там себя хорошо и очень гармонично. Если же Солнце слишком приблизится к нам, мы умрем от этого. То есть Бхагаван поместил Солнце на такое комфортное для нас расстояние, что мы чувствуем себя гармонично по отношению к Солнцу. То есть, если оно слишком приблизится к нам, мы не сможем видеть. Или если что-то сильно отдалить от нас, мы не сможем это разглядеть. Если же слишком близко приблизить к нам какой-то объект, мы не сможем также его разглядеть, потому что это будет неудобно для наших глаз. Итак, по милости Верховного Господа, мы... Господь, Солнце, то есть Солнце, благодаря Солнцу мы видим все, то есть оно дает свет, и также оно греет нас. Мы чувствуем питание, то есть, а ночью тот же самый Солнце, мы получаем солнечный свет с помощью Луны, то есть через Луну мы получаем свет.
То есть растения, растения растут при помощи лунного света. Итак, для нас невозможно установить отношения с Кришной. Необходимо сгармонизировать. С одной стороны, невозможно прийти в гармонию с Кришной, но, тем не менее, это возможно. И каков же рациональный способ сделать это? Прежде всего, это наша Гуру Крипа, Садгуру Крипа. Прабхупад много раз говорил, что Гурупада Падма трансцендентная, прозрачная среда, через которую мы видим все. То есть по его милости мы можем видеть все таким, как оно есть. И таким образом нам необходимо обратиться к Кришне через Гурупада Падму, через Сампрадайка Вани Вайбхав. Только таким способом мы можем достичь Кришны. При помощи Гурудева мы можем достичь Кришны и привести себя в гармонию с Ним. И в таком случае очень легко мы придем в правильное отношение с Ним. И это будет по милости Гурупада Падмы, благодаря энергии, которую дает Гурупада Падма, но не по нашей собственной силе, не благодаря нашим собственным усилиям. Лишь по милости Гурупада Падмы это может произойти. Итак, мы должны привести себя в гармонию с Кришной, с Ишварой. Мы, вечно обусловленные души, постоянно пытаемся сгармонизировать себя с тем, что противоположно Кришнабаджану, наслаждаться тем, что противоположно Кришнабаджану. Эти вещи, которые мы считаем объектами наслаждения, не имеют никакой связи с Кришной. И поэтому мы получаем очень болезненный опыт из этого. Мы пытаемся наслаждаться тем, что противоположно. То есть мы пытаемся сгармонизировать себя с тем, что противоположно Кришнабаджану, и общаться с теми, кто против Кришнабаджан. Так, например, как, например, ваша жена, ваша дочь, ваши друзья, муж, сыновья. Мы хотим привести себя в гармонию с ними. Но Прабхупад говорит, что мирские отношения, мирские отношения между мужчиной и женщиной, родителями и детьми, между друзьями, а также между каким-то слугой и господином, это неправильное отношение, это неподлинное отношение, и гармония между ними неподлинная. Конечной целью, то есть конечным результатом будет смерть. То есть нам необходимо избегать, отвергнуть какие-то ограниченные отношения. И необходимо остановить споры и критику по отношению к все, все не все эти отношения лишь сбивают нас с пути, запутывают нас, потому что впоследствии всех этих процессов, имеется в виду всех этих отношений,
конечным результатом этого будет смерть. То есть все закончится смертью. Поэтому прежде всего необходимо задаться вопросом, как привести себя в гармонию с Бхагаваном, с Бхактивинода Такуром, как привести себя в гармонию с Прабхупадой и всеми представителями нашей гуру Варги. Харикатха не должна быть чем бы то ни было мотивированным. Итак, Брихат Бхагаватамрита в этом отношении и во всех других отношениях замечательная книга. В Чайтанья Чаритамрите сказано, если вы не развили, не привели себя в гармонию с Гуру Вайшнавами и Бхагаваном, вы можете потеряться. Имеется в виду, что какие-то логические интерпретации, какие-то какая-то ложная сиддханта может осквернить вас, и вы потеряете возможность слушать Харикатху. В Чайтанья Чаритамрите сказано, Кришнадас Кавираджа Госвами Пад говорит, Кришнадас Кавираджа Госвами говорит по поводу Брихат Бхагаватамрита. Санатан Госвами Пад написал книгу под названием «Брихат Бхагаватамрита». И если вы будете изучать эту книгу, вы очень четко поймете, кто есть Кришна и какова татва сиддханта о Кришне. Кто такой Бхакта и что такое Бхакти? Какие различные настроения Бхакти существуют? Какое многообразие существует, многообразие преданных? В настоящий момент, говорит Прабхупад, недостаток Харикатхи. Даже полубоги не могут понять настроение вайшнавов. Как же я могу делать какие-то заключения по поводу них? Даже полубоги не могут понять, кто такие чистые гуры и вайшнавы. Все наши представители гуру Варги. Кто такой Кеша Госвами Махарадж? Кто такой Шридхар Госвами Махарадж? Кто такой Мадва Госвами Махарадж? У нас нет представления об этом. Мы не понимаем. То есть я долгое время прославляю их на их титхе, дня явления и ухода. И сейчас люди даже не знают, кто такой Бхакти Шранга Госвами Махарадж. Почему такое происходит? Потому что мы не хотим их прославлять. И это большое, это великое оскорбление. Каликал — это время противоречий. Мы не можем обрести, не можем найти Амриту. Имеется в виду, что сейчас есть доступна Амрита, но мы из-за своей глупости... То есть Амрита приходит сюда как из вечного мира, как ливень. Но мы не хотим ее вкушать, мы хотим наслаждаться тем, что не может дать нам наслаждение. И таков век Кали, век сражений и борьбы, век споров. Для того, чтобы понять лимиты преданной практики, преданных и преданности, чтобы понять подлинную татву о Кришне, мы должны понять эту книгу. Век Кали, век противоречий,
мы должны... Это очень ограниченное время, которое предоставлено нам. Возможно, 50-40 лет мы живем, кому-то 70 удается прожить. То есть это очень короткий отрезок времени мы живем. И если мы в этот промежуток времени потратим на споры, мы не найдем никакого решения наших проблем. То есть просто не обращайте внимания, кто что о ком говорит. Слушайте, пытайтесь слушать Харикатху. Итак, жизнь очень коротка и очень нестабильна. В любой момент она может оборваться. И наши материальные возможности очень ограничены. Нет возможности, что мы будем слушать, что мы поймем шастра Сиддханту. Лишь гуру и вайшнавы могут даровать нам сливки этой Сиддханты. Такова возможность, которая выпала нам по благой удаче. Итак, порой я вижу, что порой я думаю, что нужно остановить Харикатху и только повторять Святое Имя, но потом я вновь думаю о наставлениях Прабхупады и Нитьянанды. По желанию Нитьянанды, Бхактивинода Такура и Прабхупады я рассказываю Харикатху, они дают нам наставления. Итак, для того, чтобы обрести конечную... Какова цель Брихат Бхагаватамриты? Конечная цель, которую описывает Брихат Бхагаватамрита. Санатан Госвами постепенно дает нам руководство, как достичь глубин Вриндавана. Когда вы начнете, вы увидите, что все начинается с то есть все начинается издалека, но постепенно он подводит нас в самую глубину Вриндавана. То есть в начале подготовительная часть, но в конце концов все Санатан Госвами приводит нас в самую глубину Вриндавана. Прежде всего, я хочу поговорить о том, что говорил Рупа Госвами о Брихат Бхагаватамрите. Он говорит, мой гуру Пада Падма написал книгу под названием «Брихат Бхагаватамрита». Вся сокровенная Сиддханта, Бхакти Татвы, вся слава, все это вы можете очень легко узнать из этой книги. Рупа Госвами Пад пишет о Бхакти Расамрита Синду. Мой Прабху, мой Гуру Дев, Санатана Госвами Пад в Бхагаватамрите пишет, описывает все сокровенные истины. И он смог это описать очень ясно и очень сладостным способом. То есть он сделал невозможное. Итак, для того, чтобы понять сокровенную Сиддханту Вичар, Бхакти Сиддханты Мадури, то есть сладость Сиддханты, необходимо изучать эту книгу, чтобы понять всю славу.
год за годом, день за днем, месяц за месяцем мы обсуждаем сокровенные истины, которые невероятно редки, но тем не менее я не смог обрубить ваши сомнения, потому что у меня нет ни имени, ни учеников, поэтому вы сомневаетесь во мне. Даже выслушав все это Сиддханта Вичар, который я говорил прежде, редчайший Сиддханта Вичар, который я рассказывал месяц за месяцем, я рассказываю год за годом, я рассказываю это, но тем не менее некоторые говорят подобные вещи, потому что они думают, что я не обладаю ни положением, ни рангом. И если бы такая харикатха исходила от интернационального саду, то есть того, кто проповедует широко, все было бы иначе. Но что поделать? То есть вы по-другому бы это восприняли. Мой Прабху Санатана Госвами описал настолько сокровенную Сиддханту Мадхурьи, сладость Бхакти Сиддханты Вичара. Если же вы постигнете ее, то есть если вы хотите ее постичь, необходимо изучать Брихат Бхагаватамриту под руководством чистых гуру и вайшнавов. Под именем Харикатхи Киртана те, кто обманывают обычных людей, невинных людей, это означает, что эти люди хотят быть обманутыми. Обычные люди хотят быть обманутыми, и поэтому, именно поэтому они обмануты. И не только это. Это становится традицией наших дней. Нам необходимо положение, ранг, Шьямбаба, Махарадж Шьямбаба не обладает всем этим, и если он что-то подобное говорит, то мы будем протестовать. Но вы не можете доказать, что то, что я говорю, не подлинно. Вы не можете, и никогда этого не получится. Сейчас я перехожу к другой шлоке, которую написал Санатана Госвами в Брихат Бхагаватамрите. Санатана Госвами Пад пишет. Эта книга очень редка, невероятно редка. Вы не сможете найти ничего подобного. Уттара Деви. То есть необходимо начать издалека, то есть, но вы должны запастись терпением. То есть прежде всего я хочу начать с того, что позволит вам понять, что наша жизнь очень нестабильна, что она может оборваться в любой момент. Когда Парикшит Махарадж получил предупреждение, что через 7 дней он должен будет оставить этот материальный мир, его сын Шринги, сын Брамана по имени Шринга Риши проклял Парикшита Махараджа. Парикшит Махарадж, оставив все, пришел на берег Ганги и начал вопрошать об абсолютной истине. Много раз Прабхупад говорил, если я
найду путь, который ведет нас к абсолютной истине, я должен оставить все остальные пути, которые якобы дадут нам мудрость, я должен оставить все и слушать лишь из этого абсолютного источника. Как возможно, если я люблю Прабхупаду, если я обладаю великой любовью к нему, я определенно со всеми подобными личностями оставлю общение с ними, потому что они критиковали Прабхупаду и Гаудиамат. Если я обладаю твердыми взаимоотношениями с Прабхупадой, как я буду общаться с теми, кто критиковал Прабхупаду? Это невозможно. Итак, если я ищу путь, который ведет нас к абсолютной истине, я должен оставить все разрекламированные пути к мудрости и идти лишь слушать из этого источника абсолютного. И подлинный гуру не может совершить никакой ошибки в Сиддханта Вичаре. То есть ни единой ошибки он не может совершить. Пока Видья, Винод и экс-Васудев были под руководством Прабхупады, они были совершенными личностями. То, что они писали, то, что они говорили, практически невозможно сказать и написать на этой земле. То есть это практически невозможно. И это так мог писать Видья, Винод и экс-Васудев. Васудев, который был в прошлом. Но когда они стали против Прабхупады, те же самые эти личности, Васудев и экс... эти личности, то есть они были те же самыми, но сила покинула их. Когда они писали все неправильно, вся Сиддханта их не настоящая, неправильная. И вы можете ко мне подойти, я покажу вам. То есть тот же самый Видья Винод. Почему он написал о Мадвачарье? То есть то же самое, то есть что он написал о Мадвачарье под руководством Прабхупады, это одно, а то, что он написал в другой книге, там было полностью неправильное. Все. То есть по милости Прабхупады он был очень успешен, он писал замечательную сиддханту, правильную сиддханту, подлинную, но оставив Прабхупада, он начал писать ложные вещи, полную ерунду. Итак, пока они были под руководством Прабхупады, пока они были в связи с Прабхупадой, они были успешны. И как только они начали думать, что все, что мы делаем, мы делаем сами, это благодаря нашим превосходным качествам, все покинуло их. Итак, Парикшит Махарадж, находясь на берегу Ганги, задает вопросы об абсолютной истине, об абсолютном благе. Риши и Муни, прибыв туда, они не являлись абсолютным источником, но когда Шукадев Госвами прибыл, он был действительно абсолютным источником. И Парикшит Махарадж задал этот вопрос. Я хочу задать вам вопрос. Говорит Парикшит Махарадж, о Гурудев, как я могу снискать высочайшее благо? Человек смертен. Земля населена людьми, и люди смертные. Какой же баджан мы можем совершать? Как мы можем достичь блага? И Шукадев Госвами отвечает, рассказывает Харикатху, дает наставление. Если вы хотите стать бесстрашными, вы бесстрашны или нет? Как понять, что я сад-шишья? Как я могу понять, что
Прабхупад, это является Садгуру, как понять, что Кешава Госвами Садгуру? Их бесстрашие докажет это. Они ничего не боятся. Они наслаждаются духовной энергией, духовным могуществом. Поэтому... Человек, являясь смертным, очень скоро может оставить свое тело. И Парикшит Махарадж спрашивает, какой же я должен совершать баджан, чтобы я... Что я должен делать, чтобы достичь успеха? Не для того, чтобы достичь какие-то обычные ситхи. Ситхи, подлинные ситхи доступны лишь благодаря Харинаму Санкиртане. И вопрос Парикшита Махараджа заключается в следующем. Те, кто очень скоро умрут, пожалуйста, скажи им, что каков их выход. Шукадев Госвами отвечает: «О, царь, те, кто не заинтересованы больше в материальных наслаждениях, те, кто потеряли вкус к этому, те, кто уже чувствует отвращение к этому, к материальным наслаждениям, я советую им совершать Харинама Санкиртану постоянно. О, Раджан, если ты хочешь стать бесстрашным, ты должен совершать Харинама Санкиртану. Ты можешь слушать Харикатху и повторять Харинам, потому что Харикатха и Киртан — это высочайшие процессы, с помощью которого ты сможешь достичь успеха в своей жизни. После того, когда закончилась Харикатха, Шукадев Госвами обещает своим ученикам: «Я хочу сейчас покинуть вас». И Парикшит Махарадж предлагает ему поклоны и начинает прославлять его, Гурудев. Парикшит Махарадж говорит, что я успешен. То есть я достиг успеха. Я получил благословение твои. Ты благословил меня. Ты пролил на меня величайшую милость. Я получил величайшую милость от тебя, потому что ты рассказал мне Харикатху. Ты говорил Харикатху, и я мог слушать ее. Ты прославлял славу Бхагавана, ты воспевал славу Бхагавана, а я был настолько удачен, что мог слышать эту Харикатху. И таким образом я достиг успеха. И тогда Гурудев отвечает, Шукадев Госвами говорит: «О, царь, прежде чем начать Харикатху, когда Шукадев Госвами начинал говорить Харикатху, он сказал ему: «О, царь, ты должен постоянно помнить каждую долю секунды,
что в любой момент ты можешь оставить этот мир. Каждую долю секунды ты должен помнить об этом. Постоянно. Тогда и только тогда ты сможешь сконцентрироваться на Харикатхе. Ты будешь чувствовать потребность в подлинной Харикатхе. В противном случае ты будешь слушать с вызовом, ты будешь думать, оценивать. О, Махарадж говорит неправильную сиддханту. Но весь мир может прийти ко мне, и я докажу, что я не могу говорить неправильную сиддханту. Парикшит Махарадж слышит эти предупреждения Шукадева Госвами. Эти вещи помогут вам. Это понимание, что вы в любой момент можете оставить мир, поможет вам сфокусироваться на Харикатхе, чтобы ваш ум не блуждал тут и там. Когда Харикатха, длившаяся 7 дней, закончилась, Шукадев Госвами, тот же самый Шукадев Госвами, Гурудев, говорит: «О царь!» Сейчас Шукадев Госвами предупреждает. Вот эта концепция, что ты можешь умереть, это концепция зверей, животных. Ты должен оставить эту концепцию, ты должен забыть об этом, не думать об этом, что ты умрешь. Это концепция понимания животных, на самом деле. Ты должен отбросить от себя это неправильное представление, что ты умрешь. Почему? Почему, говорит Парикшит Махарадж? То есть тот же самый Парамахамса Гурудев говорил ему, прежде чем начать Харикатху, он говорил ему, что ты каждую долю секунды должен помнить о том, что ты умрешь. Но и тот же самый Парамахамса Гурудев говорит, после того, как семидневная безусновочная Харикатха подошла к концу, что ты должен понять, что эта животная концепция того, что ты можешь умереть, что ты умрешь, должна быть забыта. Почему? Потому что после того, как человек услышал Харикатху, нет никаких вопросов о смерти. То есть, услышав подлинную Харикатху, не должно быть остаться никаких беспокойств. Как вы, прослушав Харикатху, испытываете какие-то волнения, как... То есть я говорю Харикатху, я вам всю свою кровь отдаю, рассказываю Харикатху, у меня нет никаких ожиданий, у меня никаких требований по отношению к вам, но вы все равно бросаете мне вызов и не верите тому, что я говорю. Как же в таком случае вы можете спастись? Я хочу вас всех спасти, но как это возможно? Сейчас Парамахамса Гурудев ушел. И Парикшит Махарадж сконцентрировался. На лотосных стопах Бхагавана Шри Кришны. Между тем, он был окружен всеми риши и муни. Все риши и муни окружили его. 60 тысяч риши и муни присутствовали там, на Шуктал-кшетре, на берегу Ганги, на берегу Гомати Ганги, в Наймишаране. То есть все они собрались, чтобы слушать Харикатху на берегу Ганги. Шукадев Госвами рассказывает Харикатху.
И между тем, Утара Деви, мать Парикшита Махараджа, достигает этого места. То есть мать по имени Утара Деви, мама Парикшит Махараджа прибыла в то место и предстала перед своим сыном. И отношения, эти отношения, то есть не было между ними же отношений матери и сына. Этой связи не было. Утара Деви пришла, чтобы спросить, чтобы задать вопрос своему сыну Парикшит Махараджу. И что же это был за вопрос? Это начало Брихат Бхагаватамриты. Завтра я также буду говорить вступление, вступительную часть рассказывать. И затем мы сможем приступить к продолжению. Есть у Утара Деви есть особая история. Она дочь Вираджраджи Канни. Ее бхакти обладает особенностью, имеет особенность. Ее бхакти сильно превосходит бхакти Кунти Деви и Драупади Деви. О, что вы такое говорите, Махарадж? Да, я действительно говорю то, о чем я говорю. Хочу сказать то, о чем я говорю, и я могу это доказать как математическое уравнение. Если... То есть... Это очень просто. Не бросайте мне вызов, не пытайтесь не верить тому, что я говорю, не пытайтесь спорить, попытайтесь занять нейтральную платформу. И в таком случае вы сможете снискать благо, в противном случае это не получится. Бхакти Утара Деви более высокая, чем более могущественная, чем Бхакти Утара, Кунти Деви. Как вы можете помнить, Драупади Деви обладала дружескими, замечательными отношениями с Кришной. А также Кунти Деви обладала очень особенным, выдающимся настроением преданности. Я уже написал книгу о этих особенностях, это на Бенгале. Там описано очень много славы Кунти Деви. Но бхакти Утары более возвышенная. Я могу привести один пример. Когда Дуршасана, брат Дурьотхана, сорвал одежды с Кунти Деви, это описано в Махабхарате, в это время Кунти Деви ожидала, что Питама Бишма сейчас что-то скажет, возразит, он как-то решит эту проблему. А также то есть она верила, что кто-то из спасителей Драначарья, он знаток шастр, Питама Бишма также знает шастры, все они Махапуруши, знатоки шастры, все они как-то решат эту проблему, они что-то сделают, они воспрепятствуют. Но когда ничего не делали, она думала, что Бима выйдет и прекратит это нечестивое действие. Но когда тот ничего не сделал, она думала, что Юдхиштхир Махарадж что-то скажет, как-то возразит, но когда она поняла, что ничего этого не происходит, у нее не осталось ничего, кроме как
никакого другого выхода, кроме как взывать Кришне. Никого не осталось, кроме Кришны. «О, Кришна!» — взмолилась она, — «спаси меня!» И тогда Кришна в форме сари пришел к ней, и так что Дуршасана не смог раздеть ее. Кришна принял форму бесконечно длинного сари. И Драупади в конце концов спросила у Кришны однажды, почему ты не пришел, когда они только начали оскорблять меня, издеваться надо мной? А Кришна сказал, ты же меня не звала. Как только ты меня позвала, я пришел. Вначале ты верила, что тебя спасет Питама Бишма, потом верила, что Дроначария спасет, потом ты поставила себя в зависимость от Дритараштры, то есть ты верила в него, в Юдхиштхира Махарадж, Бхимасену и так далее. Но в конце концов, когда ты поняла, что они не помогут тебе, ты начала взывать ко мне. И когда ты начала делать это, я немедленно пришел. В ту же самую секунду. Чтобы неправильно не отметить ничего хорошего, зависеть еще от чего-то на пути преданного служения. В любой момент могут прийти такие обстоятельства, такие вызовы судьбы, когда я без страха должен слышать харикатху, потому что моя харикатха — не ментальное измышление. По милости Нитянанды я говорю то, что говорю. У меня нет никакого намерения кого бы то ни было оскорбить. Я могу привести вам, показать вам прямые документы, доказательства того, что я говорю, потому что я думаю о наших будущих поколениях. Я думаю, что они придут. То есть я сейчас совершаю бхакти. То есть, когда я ставлю этот мир, я так или иначе должен подумать о будущих поколениях. Вы дали мне эту ответственность мне рассказывать харикатху, но в то же самое время вы налагаете на меня ограничения, споря со мной, не веря в то, что я говорю. Итак, Драупади, Утара, когда... Я не буду в деталях рассказывать. В конце концов, когда Ашватама хотел убить зародыш, то, что... Парикшита, который находился в лоне своей матери, он хотел убить его, прежде чем тот родиться. И... Кришна собирался забраться на колесницу. Утара не зависела ни от кого, не поставила себя в зависимость ни от кого. Она верила лишь лишь в Кришну. Она напрямую стала молиться ему: «Кришна, Кришна, пожалуйста, спаси меня. Брахмастра убьет меня сейчас». Возможно, но мой сын в моем лоне, пожалуйста, защити его. Утара. То есть ее муж Абхиманью. Она могла бы обратиться к нему, Арджуна. Хима, Юдхиштхира, все они были там, но она напрямую сразу же обратилась к Кришне. «О, Кришна, пожалуйста, господин Прабху, если пусть убьет меня эта брахмастра, я не возражаю, я не сопротивляюсь этому, но пусть она меня убьет, я умру, я хочу умереть в таком случае, если такое твое желание, но, пожалуйста, спаси сына в моем лоне». Это было ее... То есть, такова была ее молитва Кришне. Итак, ее бхакти очень исключительна. А когда она достигла
А, и когда сейчас Утара Деви, она пришла, к своему сыну Парикшит Махараджу после того, как тот прослушал Шримад Бхагаватам. А Чукадев Госвами, Парамахамса Гуру. При помощи харикатхи можно получить посвящение. Вы можете подойти ко мне, и я покажу вам одного преданного, который слушает харикатху. Он может вам любую харикатху рассказать. Он говорит, возможно, в прошлой жизни я получил вашу инициацию от вас, но в этой жизни вы мне не даете инициацию. То есть я не получил от вашей инициации от вас, но вы инициировали меня своей харикатхой. То есть... У меня нет никаких возражений, если вы хотите покинуть меня. Максимум, что я могу сделать, это поплакать за вас. Но что пойдет, если вы меня не понимаете, что я говорю? То есть Утара Деви достигла того места, где Парикшит Махарадж на протяжении 7 дней безостановочно слушал харикатху от Шукадева Госвами. И его мать Утара начинает молиться лотосным стопам своего сына. У них уже нет взаимоотношений отца, сына и матери. Она молится лотосным стопам сына Парикшит Махараджа. О, мальчик мой! О, сын мой! Ты услышал весь Шримад Бхагаватам из лотосных уст твоего Гурудева Шукадева Госвами. То есть через эту харикатху Парикшит Махарадж был инициирован. Он получил инициацию через харикатху. И Утра говорит, что сейчас я хочу услышать всю эту нектарную харикатху вкратце. Из своих лотосных уст. В точности, как ты услышал ее, какой ты услышал ее из уст Шукадева Госвами. Пожалуйста, я хочу обрести эти сливки, потому что когда взбивался молочный океан, полубоги и демоны, взбив его, получили Амриту. Но та Амрита была материальной. Она не даст вам возможность вечности. Но Харикатха... И то, что я могу пообещать, что, коснувшись лотосных стоп Прабхупады, я могу пообещать вам, что я не собираюсь вас обманывать. Возможно, вы скажете, что я говорю очень тяжелые вещи, но я обещаю вам, я говорю, что я не собираюсь вас обманывать, то, что я говорю, я говорю абсолютную истину. Я никогда не хотел вас обмануть. И сейчас Шукадев... Утара говорит, то, что ты услышала из лотосных уст Шукадева, Парамахамса, я хочу получить сливки этой харикатхи из твоих лотосных уст, как полубоги, которые и демоны, которые собрали Амриту при пахтании молочного океана. И важная вещь. Весь Бхагаватам — это сливки. Несмотря на то, что... То есть завтра я также объясню глубинное значение. То есть в чем суть этого вопроса? Весь Шримад Бхагаватам — это сливки. То есть каждое слово, каждое предложение — это Кришна. Кришна в форме звука предстал как Шримад Бхагаватам, поэтому там не может быть ничего лишнего. Весь Шримад Бхагаватам — это Амрита. Почему же Утара говорит таким образом?
потому что время ограничено. Время было очень ограничено, то есть 7 дней шла Харикатха. И Парамахамса Гуру уже ушел, а Шукадев Госвами, простите, Парикшит Махарадж, сконцентрировавшись на стопах Шри Кришны, понимал, что то есть в любой момент сконцентрировался на лотосных стопах Шри Кришны, и в любой момент Дакша, змей, мог укусить Парикшит Махараджа. И Парикшит Махарадж говорит: где Дакша? Он таким образом бросает вызов всем. Где Дакша? Я ищу его. Где он? Пусть Дакша придет и укусит меня. Он говорит: где он? Пусть он придет и укусит меня. Я готов. Больше я не боюсь. Где Такшак? Пусть Такшак придет и укусит меня. Я не боюсь, потому что, выслушав Харикатху, выслушав эту Амриту, то есть, прослушав так много Харикатхи, вы собрали только лишь яд, не собрав амриты, такое невозможно. Сейчас время очень ограничено. Завтра я расскажу о том, что говорит Парикшит Махарадж. Он говорит: о, моя досточтимая, возлюбленная, уважаемая мама, сейчас осталось очень мало времени. Ты пришла очень поздно, Гурудев ушел, у меня уже практически не осталось времени, но тем не менее какое-то время было. И таким образом, по твоему желанию, по твоей просьбе, твой совершенный вопрос, превосходный вопрос, я вдохновил меня. Я очень-очень слишком вдохновлен. У меня столько вдохновения от тебя. То есть твой вопрос настолько меня вдохновил, что, несмотря на то, что у меня осталось всего несколько моментов, всего несколько, очень короткий промежуток времени, тем не менее, я бы должен был сконцентрироваться на лотосных стопах Кришны, тем не менее, я обещаю, что прежде чем я оставлю тело, я расскажу Бхагаватамриту, чтобы ты могла понять все сливки Бхагаватам. И как замечательно Санатан Госвами проводит нас, наставляет нас до самого последнего, самой глубочайшей истины в Радха Премая. То есть это займет годы, но в конце концов вы сможете достичь этого. И там доказывается, что Према Шримати Радхарани, прямо под руководством Шримати Радхарани, Кришне самое возвышенное. То есть в конце концов, Санатан Госвами доказывает это. Сейчас Парикшит Махарадж приготовился рассказывать Харикатху. Он говорит: я расскажу Брихат Бхагаватамриту. Я собираюсь всю Харикатху, которую я слышал от моего Парамахамса Гурудева, извлечь оттуда сливки для тебя, чтобы ты получила успокоение. И она говорит: ты
услышал Харикатху из уст Шукадева Госвами. Точно так же, как полубоги сбивали молочный океан, ты должен взбить этот океан Бхагаватам и извлечь оттуда сливки. Значение этого. То есть в деталях я завтра об этом расскажу. Что рассказал Парикшит Махарадж? На самом деле Шримад Бхагаватам сам является, весь Шримад Бхагаватам является Амритой, и каждое слово сам Кришна. В Бхагаватам много. То есть, возможно, мама Уттара хотела услышать о сокровенных истинах Гопи Према. Возможно, поэтому она задала вопрос в такой форме. Кто может сказать, какого настроения Уттара Деви? Почему бы иначе она говорила так, что я хочу сливки Шримад Бхагаватам получить, который ты услышал от лотосных уст Шукадева Госвами. Завтра об этом мы поговорим. Без всяких сомнений и подозрений, если вы будете слушать эту харикатху, я обещаю вам, что я дам вам Амриту под именем Прабхупады и Гуру Варги. Я обещаю вам, что вы получите Амриту. Я не обманываю вас. Попытайтесь понять это. Попытайтесь понять мое настроение и не пытайтесь. И, пожалуйста, поймите меня правильно. Порой я вынужден говорить строго, но это не значит, что я враждебно отношусь к вам, что я жестокий. Это не так. Я занимаю нейтральную платформу. Я должен думать о прошлых, настоящих и будущих поколениях. Возможно, вы не можете понять мое настроение в нынешний момент. Дхарма праджита гайтава. Дхарма праджита гайтава. Атра парамо нирма саранам сатам. Ведьям бастабам атрабасту сивадам тапатрайонумаланам Симад Бхагавати Махамуни крите Кингба Парейришвараха Саддо Хридивара Саддо Хридиаваруддати Критивихи Сутсуби Статханат Дхарма Праджита Гайтава Атрапарама Нирама Саранам Сатам Ведьям бастабам атрабасту сивадам тапатрайонумаланам Симад Бхагавати Махамуни крите Кингба Парейришвараха Саддо Хридиаваруддати Атро Критиви Сустави Статканат Ванчакалпа Дурвасаке Басинда Бевача Пачиталанг Бабане Бхавишна Бьо Намо.